Здорово, индюшки! В этом видео я хочу вам показать 10 возможных причин, по которым вам зимой не удается завести автомобиль. Наиболее распространенной и простой проблемой с наступлением холодов является неисправный аккумулятор. Диагностировать его поломку можно по множеству признаков, начиная с показаний глазка на самой батарее и заканчивая вялой прокруткой стартера при пуске. Аккумуляторная батарея любого автомобиля – это расходник, который в среднем служит от 3 до 5 лет. Рано или поздно емкость батареи снижается настолько, что она перестает нормально выполнять свои функции. Если во время пуска стартер медленно и натужно прокручивает двигатель, или в процессе наблюдается сильное снижение оборотов, а свет начинает мерцать или гаснуть, настало время подумать о покупке новой батареи или срочной реанимации имеющейся. Аккумуляторы не любят низких температур, даже новые и заряженные экземпляры с трудом переносят 30-градусные морозы. Это связано со снижением плотности электролита и сильным падением мощности на холоде. 2. Неисправный генератор. Если ваша батарея еще почти новая, но с трудом справляется со своей работой даже в легкие холода, искать причину неприятностей с пуском нужно в генераторе. Именно от него зависит то, насколько качественно подзаряжается батарея. Генератор на большинстве автомобилей расположен в крайне неудачном месте и почти постоянно принимает грязевые ванны из атмосферных осадков и реагентов, одновременно подогреваясь воздействию высоких температур. Все это становится причиной окисления клемм, разъедания обмоток, износа щеток и выхода из строя реле регулятора. Генератор попросту перестает снабжать бортовую сеть автомобиля требуемым напряжением. Аккумулятор полностью не заряжается или, напротив, выкипает от систематического перезаряда и разрушается. В холодном состоянии он не может нормально прокручивать стартер. При этом контрольная лампа на приборной панели активируется далеко не всегда. Проблема может оставаться незамеченной. Утечка тока в бортсети. Иногда аккумуляторную батарею во время стоянки автомобиля практически в ноль разряжают всевозможные потребители. Как правило, такими пожирателями тока становятся нештатные устройства, установленные автовладельцем, охранные системы, подогреватели и прочие полезные девайсы. Сразу оговоримся, современные автомобили во время стоянки никогда не бывают полностью обесточенными. В некоторых количествах они потребляют ток, накопленный аккумулятором, однако эти потери не критичны. Иное дело, если какое-то оборудование подключено неправильно или нарушает целостность проводки. Идентифицировать такую неприятность обычно несложно. Большинство сигнализаций поднимают тревогу при сильном разряде батареи. Если во время стоянки начинает без причины горланить сигнализация, ищите утечку тока. Неисправный стартер. Случается, что автовладелец при попытке завести машину проворачивает ключ в замке зажигания, но ничего не происходит. Или из-под капотного пространства идет зловещий скрежет. Виной тому обычно бывает стартер. При этом видов его поломки существует великое множество. Наиболее частая проблема именно с наступлением холодов. Окисляются контакты втягивающего реле, закисляют втулки или происходят замыкания в обмотках. Электромотору не хватает мощности для прокрутки маховика промерзшего двигателя. Если трансмиссия вашего автомобиля механическая, обязательно выжимайте сцепление во время запуска. Этим вы серьезно облегчите работу стартеру. На пятом месте – срабатывание блокировки запуска. Большинство современных автомобилей снабжены вшитой в программу управления двигателем блокировкой запуска. При чрезмерной просадке напряжения в бортсети мозги автомобиля попросту не дают команду на активацию форсунок и катушек. При этом стартер может прокручивать двигатель вхолостую. Первопричиной проблемы вновь становится севший аккумулятор и цепи его зарядки. Еще одной причиной затруднений пуска двигателя в холода является активация блокировки иммобилайзера. При такой неисправности автомобиль не может считать электронный код и не разрешает пуск двигателя. Как правило, это происходит из-за севшей батарейки в брелке нештатной сигнализации, которая тоже не любит низких температур.
Номер 6. Неисправности в системе зажигания. С наступлением холодов обостряются все поломки системы зажигания. В этом случае двигатель может запускаться с трудом и работать с заметными перебоями. Проблемы возникают и со свечами зажигания, и с высоковольтными проводами, и с катушками зажигания. В большинстве случаев они объясняются нарушением целостности изоляции и банальным отсыреванием. Довольно часто система зажигания начинает шить на массу через микротрещины в изоляции, а высоковольтные провода искрится и светится. Неправильное смесеобразование. Порой двигатель автомобиля не запускается и по весьма небанальной причине – из-за ошибок в подготовке топливной смеси и выставлении опережения угла зажигания мозгами автомобиля. Вычислить такую неисправность можно лишь диагностическим сканером. Возникает проблема из-за неправильных показаний температурных датчиков. Система готовит слишком богатую или бедную смесь, которая не может нормально воспламеняться. Запускать двигатель удается лишь после длительной прокрутки стартером или при нажатии на педаль газа. Номер 8. Неправильное масло. При выборе неправильного, слишком густого масла автомобиль также может испытать проблемы с запуском. С наступлением холодов моторное масло может загустеть настолько, что стартер просто не сможет прокручивать двигатель. Особенно внимательными нужно быть автовладельцам, применяющим дешевые минеральные или полусинтетические масла. Помните, чем гуще смазочный материал, тем дольше будет длиться масляное голодание вашего мотора и тем сильнее уменьшится его ресурс. Номер 9. Сильный износ двигателя. Если цилиндропоршневая группа двигателя автомобиля чрезмерно изношена, на холоде также могут наблюдаться проблемы с пуском. В уставших моторах компрессия сильно падает и держится исключительно за счет масла, которое заполняет собой пространство между стенкой цилиндра и поршневыми кольцами. При пуске на морозе масло не успевает поступать к этим деталям и вдобавок быстро смывается бензином. Автомобиль отказывается нормально заводиться. Еще одной причиной может быть неправильная регулировка тепловых зазоров клапанов, что также приводит к низкой компрессии. И напоследок у нас плохое топливо. Наиболее часто топливные проблемы настигают в холода владельцев дизельных автомобилей. В морозы неправильная солярка густеет настолько, что превращается в желе и перестает поступать к форсункам. Однако владельцам бензиновых машин сильно расслабиться не стоит. В бензине содержится немало воды, которая с наступлением холодов оседает в топливном баке, захватывается бензонасосом и даже замерзает в топливных магистралях. Причин появления воды в бензине две. Это может быть как изначально разбавленное топливо, так и конденсат, естественным путем образующийся в топливном баке. Вы когда-нибудь видели автомобильную светотехнику последнего поколения? Большинство покупателей из России заявляют, что фары можно оставлять включенными даже при выключенном двигателе. Потом спустя некоторое время вернуться к машине и без проблем завести ее. Я искренне вам рекомендую налетать на лампочки, пока еще наши китайские партнеры не зажрались. Ссылка на этот магазин находится в описании.